Так, друзья мои, всем привет! Сейчас камеру настроим. Итак, в сегодняшнем видео хочу вам показать подбор автомобиля. Подбор автомобиля уже состоялся, да? Я знаю, что за автомобиль мы нашли. Но есть такой нюанс, да? Когда я брал подбор автомобиля, я изначально знал, что это сложный, это тяжелый подбор. Почему? Объясняю. Значит, какая стояла задача? Задача стояла найти Леворк, Subaru Леворк. Почему он сложно? Потому что бюджет на автомобиль по низу рынка. Прям, ну, реально по низу рынка. 1 миллион 150 тысяч рублей. Задача найти машину с пробегом до 120 тысяч. Но как бы я изначально догадывался, то, что пробег все равно он будет оговариваться. 120 тяжело, да, для такого бюджета. Либо там будет конкретно завертон. Комплектация, неважно какая. Цвет, неважен какой. Ну, состояние должно быть за эти деньги хорошее. Изначально думал, да, то, что как бы найдем там, возможно, какую-нибудь эрочку, да, с пробегом 1120-130. Возможно, там какие-то окрасы будут, короче говоря, 100%. Вот. А в процессе подбора бюджет немного увеличился. Увеличился он до 1 200 000. Стало полегче, но не все так супер. Всегда хочется найти машину, знаете, целенькую, в принципе, с нормальным пробегом, но еще и в хорошей комплектации. В общем, в этом видео посмотрите такие варианты, которые были. На самом деле их было немного, да, которые можно было предложить. Я уже отснял все, я вам покажу. В общем, присаживайтесь поудобнее, смотрите. Ну а для тех, кто еще не знает, чем я занимаюсь для новых зрителей канала, для неподписчиков, подписчики, новые зрители, становитесь подписчиками канала, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я занимаюсь подбором автомобилей в Владивостоке, есть несколько вариантов. Допустим, вы находите автомобиль на сайте drom.ru, сбрасываете ссылочку, я проверяю вам автомобиль. Если нужно, я вам его отправляю. Также докомплектуем, пройдем техобслуживание, вплоть до постановки на учет, все сделаем. А еще один из вариантов – это поиск автомобиля под ключ. Да, допустим, как сейчас, то есть человек здесь не присутствует. Я ищу автомобиль без подписчика, без вас, да. Ну, еще один вариант, если вы хотите побывать в городе Владивосток, да, потому что, ну, многие хотят, тем более сейчас весна, многие сюда едут. А мы встречаемся с вами на авторынке «Зеленый угол», идем по рынку, смотрим автомобили. Допустим, вот хотите себе Форестер, денег у вас там 2 миллиона рублей. Мы пройдем с вами по рынку. Посмотрим все форики до 2 миллионов рублей, выберем из всех вариантов лучший вариант. Также, если нужно, сопроводим сделочку, там поменяем масла, фильтра, говорю, вплоть до постановки автомобиля на учет. Но, друзья мои, на такую услугу нужно записываться заранее, за 2-3 недели, лучше за месяц. Кстати, в подборах буду вам рассказывать про болячки автомобилей, да, про основные болячки автомобилей. Вот, Леворк, какая болячка? Понятно, автомобиль идет 4 ВД, болячка это ржавчина. 4 ВД машина, не все, многие автомобили приходят ржавенькие. То есть нужно искать автомобиль не ржавый. А дальше, болячка двигателей. То же самое, что и на форе, когда как вот эти там B20 двигателя, течет лобовина. Есть такая тема, есть такая болячка у этих двигателей. Дальше, та же самая рулевая речка. Тоже болячка, тоже она подстукивает. И сайлентблоки передних рычагов. Это вот такие болячки, да. С чем придется вам столкнуться, кто хочет себе Subaru. Такой вот экземпляр. 14-й год, 3,5 балла. 3,5 балла, есть крашеный элемент, пробег 112 тысяч. Симпатично так выглядит. На камерах, ноздря, туманки, ходовые огни, штатное литье. Летняя резина, повторитель, бесключевой доступ, ветровики. Сто семьдесят кобыл здесь. Две трубы идет. 112 тысяч пробег. По стоимости он 1 200 000. Вот здесь у меня какая-то тычка была. Вмятинка, царапинка, что-то такое. Присутствует небольшой окрас. Это мелочи.
по низу достойное состояние. Не идеал, не новая. Да, это, знаете, я как смотрю, многие там подбирают автомобили. Идеал, блядь. Новая. Друзья мои, новая — это только на заводе. Сложный такой поиск, да, сложный поиск. То есть сейчас бюджет подняли до 1 200 000. Изначально был 1 150 000. Тяжело. То есть на дроме там буквально по пальцам эти автомобили пересчитать. Плюс добавилось несколько машин, которых нет на дроме, стоят на рынке. Но там, знаете, там даже предлагают страшные эти автомобили. Там капец, блин. Либо за вертоны, либо пробег там 300 000 плюс. Ходим потихонечку, смотрим, выбираем. То есть поиск такого автомобиля идет не в день, не за один день. Да, вообще поиск до пяти дней. 14-й год. Черный. Тоже такой красавец, да? Красавец прям. На камерах. Литье, резина под замену. Но, знаете, я вот когда выбираю автомобиль, понятно, то, что хочется, чтобы резина была бесключевой у него, открытой. Понятно, что резина хочется, чтобы была хорошая, да, но я такого мнения. Друзья, вы покупаете не камеру заднего вида, да, потому что у многих такие критерии, особенно у женщин. Вот, чтобы у меня была камера заднего вида. Не колеса, а покупаете автомобиль. И это все можно поменять. Такое состояние по низу. Есть, конечно, нюансы есть. 1 120 000 он стоит. Вот, но у него пробег. Шторка, подсветка. Что кто-то сидел уже, смотрел машину. Полный руль. Что у него там есть? Все. Это стоит 1 120 000. Вот такой вот синий. Синий. 14-й год. Дают за 1 000 000. 1 000 000. Руль шитый, перешили, ну, чтобы было понимание, да. Пробег тут 200 плюс. Ну, соответственно, цена 1 000 000. $220 000 или $240 000. Смотрите, ребят, какой красавец стоит. Нам бы, конечно, вот такой бы бюджет, да, было бы шикарно. Итак, значит, это у нас идет 19-й год, 20-й месяц, рестайлинг, 1.6, турбо, 170 лошадиных сил, 4 балла, 1 537 000 он стоит. Красавчик такой. Резина лето, штатное литье уже другое идет, омыватели, линзы, ноздря, камеры, ветровики, бесключевой есть. Но бюджет. Ну-ка, что он там по низу за 1.5 ляма-то? 1 537 000 рублей.
И рядом еще один стоит. 4 ВД, 4 ВД. Сразу нужно обращать внимание по низу, да? Ржавый, все, не смотрим. Ржавчины нет. Продолжаем смотреть. Тоже литье у него субаровское. Другое, также летняя резина. Этот по цене 1,357, 16 год. Как видите, цены разные на автомобили, цены разные. А машины везутся вообще под людей, да, то есть много машин везется под людей. А люди что у нас хотят видеть? А люди хотят у нас видеть маленькие пробеги, целые машины, да, по маленькой стоимости. Ну, естественно, естественно, ребят, пробеги эти крутятся, крутятся для вас. Вы должны понимать, да, вот сегодня у нас, сегодня, там, вчера искали машину. Я имею в виду, сейчас про Леворга разговариваем с вами. Миллион, да, да, есть машины за миллион, но вы же должны понимать, что за миллион-то она не будет нормальной. Вот, хотя кто-то хочет себе Леворга, вот прям хочет Леворга, да, он купит эту машину, он найдет этот пробег, он узнает, что пробег там 200, там 300 тысяч на машине, и он купит. И он будет ходить радоваться, что я купил себе Леворга там 14 года на максималке, да, за миллион рублей. Вот, короче, машины везутся все, и дорогие, и недорогие. По Леворгам тяжело. Изначально, когда я ходил по рынку, искал с бюджета 1 150 000, нету вообще ничего. Ну, то есть машинку, да, там собранную с 3-4 частей я предлагать не буду. Вот. 200, да, уже ближе к теме, но все равно нету. То есть идеальной она не будет. Есть у меня на примете еще два автомобиля. Одна 3,5 балла, там идет два крашеных элемента, по статистике она пробивается, идет замена двери. Вот я ее буду рассматривать. Сейчас она на локалке, на локальном ремонте. Вот, после обеда сегодня должны ее забрать с локалки. Пойду ее посмотрю. И есть еще один неплохой автомобиль в хорошей комплектации. Не помню, какой он год, либо 14, либо 15. Но там пробег идет на автомобиле 145 тысяч. Как бы из пробега мы тоже выбиваемся. Вот, сейчас я покажу вам вот эти вот два автомобиля. И все. Все, варианты. Это у нас уже идет 15-й год, белый перламутровый цвет. Значит, у него также туманки, ноздря, да, омыватели. Есть у нас сонары, штатное литье, летняя резина. Ну, стандартная такая, стандартная ситуация, да. У него неплохая комплектация, хорошая. Он весь целый, но пробег, ребята, у него 145 тысяч. У него, значит, было треснуто лобовое стекло, лобовуху поменяли. Ему здесь ISI, система датчики при столкновении есть, 3,5 балла он. Ну, тоже, да, вот слегка так надо будет почистить салончик. Полка, все дела. Электро. Кнопка старт, антиюз. Мультируль, подключение телефона, круиз, руль, как бы, ну вот, такие дела тут с рулем. Это мелочи, это все делается, перешивается. 145 тысяч пробег на нем. Пульт. Документация, USB-ха есть. С половиной балла, 145 тысяч пробег. Один и два он стоит. 1 200 000.
еще один Леворк, еще один, значит, беленький. Комплектация у него попроще по стоимости. По-моему, также он стоит 1,2, либо чуть подешевле, 1,190. Где-то вот в этом диапазоне. Значит, также на литье, повторители, бесключевой доступ. Он идет 4 балла. 4 балла, но у него есть окрасы. Салон такой приятный. Люблю, когда вот машины продают, да, когда они чистенькие, пропылесошенные, наполированные. Вид у автомобиля совершенно другой. Состояние по низу. Значит, у него идет окрас крыла заднего права. Идет замена вот этой двери. Окрас двери 100% соответствует аукционному листу. То есть здесь никто ничего не скрывает. Блестит все. Новое. Новое. Шучу, ребят. Не новое. Новое никогда не говорю. Соотношение цена-качество, пробег, состояние. Пробег 115 тысяч. Аукционника нет, но аукционник я открывал в Аляде. Ну, о, загорелась. Болячка, болячка. Subaru — это рулевая колонка. Нюхала такая здесь. Это тоже кнопки переключения менюшки. В общем, Леворги были пересмотрены практически все. Да, тяжело дался этот поиск. Прям, ну, действительно тяжело. Сумма небольшая. Напоминаю, изначально сумма была 1 миллион 150 тысяч. Потом сумма была увеличена до 1 200 000. Итак, друзья, что у нас получается? Подписчик неожиданно быстро приехал, он оказался местным, да, с Приморского края, вот, с города Уссурийска. Не получилось у меня, скажем так, вручить автомобиль. Я как раз в этот день, когда он приехал, уехал на осмотре в Артем, в Уссурийск. В общем, автомобиль купили. Купили автомобиль, который 3,5 балла с пробегом 144 тысячи. Здесь идет соотношение цена-качество. Да, как бы он не идеальный, но тем не менее автомобиль, он хороший. Вот такие вот дела. Так, ну и под конец видео, конечно, хотел показать вам того Леворга, но раз его уже нет, раз он уехал, покажу вам данный автомобиль. Это был штучный осмотр, штучная проверка автомобиля. Итак, это у нас Toyota Noh, 2014 год, гибридная версия. Осмотрен он был мной вчера, сегодня, как видите, автомобиль уже выкупили, выкупаем. Пришел он, значит, на резине, резина была никакая, как показать бы вам. Где-то на шинке. Короче говоря, резина была стертая в хлам. Приобрели зимнюю резину. Как раз можно посмотреть состояние автомобиля. Да, посмотрите, диски, они новые. Но не в том плане, то, что новые, они блестят. Да, толщина самих дисков. Ну и опять же, в каком состоянии автомобиль. Итак, это 2014 год. Это идет гибрид. Он идет со светлым салончиком. Такой цвет бирюзовый. Это полноразмерный микроавтобус, то есть три ряда сидений,
Третий ряд сидений, места достаточно для взрослого. Третий ряд сидений, он убирается, поднимается наверх. Прячется он по бокам. Прячется, да? Значит, стоимость автомобиля 1 миллион. Сзади, видите, шторочки такие модные. 1 миллион 345 тысяч рублей. Сзади установлены сонары на литье. Также бесключевой доступ. Две электродвери у нас есть. Второй ряд сидений. Его можно регулировать. Он двигается. Между ними столик. Да, то есть можно его раздвинуть по бокам. Есть подлокотники, ионизатор, печка, монитор. Очень удобная функция, особенно если у вас есть дети. Посадил, мультики включил, поехал. Также, смотрите, комплектажка идет. Оп, не дотянусь я. Чуть не упал. Со встроенными шторками. Крючок. Видите, какие японцы молодцы. Даже вес пишут, максимум 4 килограмма. Кармашек, также шторки. Шторки можно отгородиться от водителя, да? Ой, не знаю, зачем это сделано. Прикольно, но отгородиться. Да нет, это, наверное... Да, все-таки можно. Все-таки можно. В общем, сейчас переобуем, поставим в транспортную компанию автомобиль. Значит, здесь у нас стеклоподъемники, они идут в одно касание. В одно касание две двери, ТРК, кнопка старт. Руль идет половинка, ну, полных тут нет. Круиз-контроль есть. Управление музыкой, зарядка. Зарядка у нас не хочет работать. Не работает. Есть пульт. Кстати, пульт надо спрятать, бардачок положить. Также документация. Двухзонный климат-контроль. Пробег на автомобиле 115 тысяч. Аукционный лист открывали. В машине. В машине нет его. Что здесь еще у нас есть интересного? Больше такого прям интересного. Особо ничего нет. Меняем колеса. Капотное пространство, я думаю, будет интересно посмотреть. Да, опять же, в каком оно состоянии. Не ржавое. Прям достойное, достойное состояние автомобиля. 1 миллион 345 тысяч рублей. Ну вот, достали резину. Да, смотрите, вот в таком вот состоянии были колеса. Знаете, многие, увидев вот такое вот состояние колес, они просто отказываются от покупки машины. Друзья мои, вы покупаете не вот эти вот колеса, вы покупаете автомобиль. Поэтому я вам особо не советовал смотреть на состояние колес при покупке, да, и тем более, как многие любят, если нету камеры заднего вида на автомобиле, автомобиль нам такой не нужен. Что колеса, что камеру заднего вида. На автомобиль можно поставить самому. Смотрите, как удобно здесь складываются кресла. Да, буквально, ну, в прямом смысле слова, движением одной руки. Здесь есть специальный указатель. И обратите внимание, да, состояние. Состояние, друзья мои, пола. Значит, вот так делаем с вами. Оп, оно у нас отпружинивает. И практически само, да, поднимается. То есть вам остается вытащить отсюда защелку. Защелку вытаскиваем и вставляем вот сюда клипсу. Все. Очень удобно и практично.